короче. Давайте посмотрим. А. Да чё? Давайте на карте начнем. Так, где я? Типа оружие. Что такое? А, я открыл. Как было, что ты? Прыгать-то как? А, прыгать вверх. В смысле, а на пробел нельзя прыгать? Ты. Мясо. Что так жестоко? Шутган. Я хочу на пробел прыгать. Джамп. Джамп это спейс. Во, выиграл. А теперь они меня стреляют. Мясо. Просто мясо. Где мой боезапас? Бесконечный? Или 8? 8, по-моему. А, все. Это калибровка была, типа. Начинаю за отсюда. Ну так. Я их смотрю на качество, в общем, что-то хорошее. Но иногда нужно разыгрываться, разноображивать. Ай! Калибровка левел 2. Можно назад? Выглядит как Doom. Очень похоже на Doom эстетикой. Допустим. Soul Type. Что нужно на кнопку нажать будет, да? Что ты умеешь? Фиган дикий. А! Они все дикие какие-то. Где мой дабл джамп? Я хочу дабл джамп. А окей, у меня какой-то подпаж не так скоро. Это все точно? Это все точно. Если бы здесь был ламп, сейчас он бы сказал, упакованный тормента экспанишер. Я так думаю. Тоже арена кровавая. Что там будет? Казарды какие-то. На Soul Rifle-то есть вроде почти есть теперь. А, понятно, теперь будет добавить. А-а-а! Чуть-чуть нет, нарвался на пилы. Была криповая до этого. До крипоты. Лов. Какого хрена вообще? Почему их сбрасывают на сжигание? Ну, близкие Blazers. Даст поиграть? Что знакомое? Глаза еще какие-то, мать вашу. Эстетика классная игра. Нормальный Doom. Нормальный это последний ремейк или оригинальный?
Какой из них нормальный? Потому что это очень неоднозначное определение. Мать твою, что ты нафиг? У него пушка убойная, я что-то хуже. А, это с джетпаком, типа, пацаны. А? Даже не помню, как это будет. Много хилочек дают, мне столько не надо давать. По крайней мере, на такой сложности мне, на якобы харде. Что на самом деле очень нужно. Что это за бомбочки? А, это огнемет. Что на опасный какой-то огнемет. Меня снова дамажит. Шейк, конечно. Шел дальше, говорят. Дум 2. С тайм-модами. Я еще знаю, был раньше Дум 2D. Там совсем 2D. И даже играл в гостях у кого-то. Вычка. Это типа я, да? Типа я сбежал откуда-то. Purge Earth. Установить цель. Docks Station. Ну как бы... Может быть он и так себе, но... Когда ты играешь мультиплеер Hot Seat, Split Screen, это очень даже веселая штука. Я так скажу. А? По мне куда-то телепортировали. Минус просто. Ты чё жив? Какого хрена? Я чё, могу переключиться? А у меня всё выпушки. Тьфу. А чё мне пол черепа? А еще арена начнется, что ли? Лаву, не хотелось прыгать, к слову. А? Сыч. Из него кровь. Кровь течет. Я перестал. Ну что так? Что так-то? С этой игру, наверное, спидранить классно. Не слишком ли громкая, кстати? Нормальная громкость, баланс. Блад. Блад, кстати, классная штука, да. Пробел на два действия.
Интеракт. Интеракт будет F. Действительно, кстати, на два действия. Интересно. А, потому что я дверь открывал. Да-да-да, действительно, действительно. Правильно сказал. А что, даже не заметил этого момента. Думал, так и звонил, что на пробел нужно активировать. Бат-СМ. Что такое Бат-СМ? Что это такое вообще? Это Блад или это нечто другое? Просто я знаю, что есть игра Блад. Секретка. Секретка, пацаны, секретка. Что-то я включил. Я что-то включил. Он побежает. Я понял. Просто нужно их переключить и выбежать, пока она не закрылась. Я столько стрелял, не попал. Ну исчезла. Кстати, в игре я заметил, есть редактор уровней, так что большой простор для этого. Для творчества. Вот вас ничего. Порт на оригинальный Blood. В смысле это, чтобы работал на современной железе. Бутчер, по-моему, 99 рублей стоит бутчер. Себе название игры на свече. Крепный порт. Но дело в том, что мне немного влом. Как обычно для меня дело. Мне немного влом. А как бы ничего, я не говорю. Была классная игра была. Но я просто уже не играю в подобные вещи. Старые шутеры. А я хочу череп вот этот. Его достать. Я хочу череп. Не знаю, что это делать, но я хочу череп. Ой. Зачем, спрашиваешь, нужны такие инструменты? На этих космических станциях. Бог платформинга. Еще очень быстро. Да и чё? Extermination. Кто? По-моему, если я стреляю тупо, ничего не происходит. Что за нереалистичное? Большое упущение, я считаю. Эти кишки летающие, это очень весело.
пройти дальше. Все-таки традиционно другое скачивание. Мне вломать в это играть будет. Не понимаешь, мне влом это играть. Мне не влом это устанавливать, мне влом это играть. Скелет 0 из 1. Да, я знаю. А как тебе открыть? Кинь мне. Ты какого? Почему он глушит? Это вообще не... Огнем пугает. Какого? Откуда они лезут? Просто рандомно спавнится, и черти не знают где. Ай, они меня убьют? Где мои хилки? Вот они мои хилки. Это джедай, блин, внутри. Чушь себе землю. Ааа, меня убили! Зачем реквест, если есть оригинальная музыка? Здесь теперь хорошего качества. С возвращением, Дмитрий. С возвращением. Так, теперь нужно попадать. Это не так же сложно. Если на чистоту. А! А что это быстренько опять? Они стрелять научились, как-то слишком хорошо. Спасибо, пингматик, спасибо большое. От души, от души. Спасибо большое за донат. Спасибо большое. Готишь. Это был донат. Чё-то меня начали это, начали бежать. Донатов 100 лет не было, на самом деле. Блин, я под огонь залез. Потом думает, куда у него кто-то уходит. Стример не тупой. Я вас уверяю. Хрена они мне попадают. Не служа маловато. Да я моё. А. Вот нужно меньше бегать и больше стрелять. Куда надо. В этом все решение. Опять я метки. Играю в Blood. Не хочу играть в Blood. А? Если ноги поджог. Или они рандомно спавнятся каждый раз? Так, кто-то показал.
прыгают джедаи опять, это падает джедаи. Ну, этот раз я уже с более нормальным ТП, чем обычно в этом моменте. Сколько у меня все будет опасно? Мне нет времени смотреть на него, вот в чем проблема. А-а-а! Вот опять я попался в это тупое место, из которого сложно выбраться. Ну, вообще спускаться не стоит. Блин! Я уже сказал, что в лад играть не буду. Спасибо, Пингматикс! От души, от души. Знаешь, не было очень давно донатов. Изи байт, изи байт, изи байт. Изи байт просто. Не хочу вниз спускаться вообще. Но потом не уверишься. Ну, изи байт. Ааа, меня подожгло. Так а чё они такие? Чё они такие эти? Дикие. Вот опять они дикие. Нифига дикие! А-а-а! У меня 4 кита, я не хочу! Не хочу! Красный прокатит. Это были только ресабы. Чё они такие дикие? Как же классно в стену стрелять, да? Вы любите в стену стрелять? Это всегда делаю. Все, чем по врагам. Уж точно. Откусят? Да я моё! Я застрял. Вот и говорит. Все говорит, ладно, значит, хочет. Ну, блин. Большой донат, и я поиграю в Blood. Раз уж sell-out тайм настал. Как бы это изи можно. Как и говорил, чтобы я играл в огонь без башни, допустим, вообще много сгонять их будет. Играл, не говорил, что проходил. Ходить такую хрень, это совсем не то, что играть. По-моему, мы так и это сделали. Веди ты трейдит. Деньги за мобильный интернет. А, поздравляю, я полагаю. Вот опять секрет, кстати, не прыгнул. Как ее прыгнуть?
что игра прям вообще дико сложно поднимает. Резко. Резко, дерзко. Вообще, как говно играют. Че я сделал? Ай! Ты откуда? Ну нет! Сет копеек нельзя сдонатить. Играем в мясо. Ну не знаю, играем ли мы в мясо до конца. Как мне туда пробраться? Я хочу черепа. Хочу все черепа. Я не уверен, буду ли я до конца играть сегодня. Может быть, главу закончу, да... Переключить на другое. После для разнообразия. Хотя я не прочь как-нибудь допройти ее потом. Опять. Продался. Если бы я мог продаться. Как бы и нет возможности продаться. Ощущение, что здесь есть секретка, которую можно использовать, чтобы подняться наверх за черепком. Да какого? Может быть, это какой-то спидран? А чему ты все ерундусы? Я даже немного подтормаживаю. Ну, дикий. Кишки. Почему не висят на кишках? А? Кровавая баня какая-то. Что не так с этой игрой? Мать вашу, и что? Ух ты. Ух ты, какие дикие. Какие ловушки. Изи. С самого начала теперь, алло! Алло! Уровень тут долговатый. Ощущение, что этого черепка условия более, скажем так, тривиальны, но просто не получать дамаг. Тогда он типа будет доступен. Ну что-нибудь в этом духе. Типа только для скиллов этих, как сделка. Закел. А. Где мой КП? Просто кровавая миссия.
все здоровье. Спасибо. Спасибо большое. Я не знаю, зачем мы слайм делаем. Я не специально. Я не специально, я не хотел. Кстати, замечайте, как крики этих врагов очень похожи на крик доната. Это неспроста. А, хилочку не забрал. Нужно подстрелять поскорее. Нет, затянулся. Это без боезапаса давно. Так, хилки не пока не составим, потому что мне вроде как уже достаточно хуба. Когда-то успел до фулл столба долечиться. По кнопку нажимаю, они призывают себя. Вот дерзкий. Он меня покусал. Честно, дерзкий, а? Менять игру. Ну, сейчас вот эту допройду, и не можно поменять. Пока еще будет получать. А Рейнворкс Василий, типа, как раз был прошел. Рейнворкс. Врата. Настоящие мужики паузы не ставят. Ну-ка, Браус. Ну, не туда, не туда, не туда. Не туда. Браус левелс. Old Military, Tangle, Post. Понятно. Визит контент. А это? Знаете, как они? Типа... Как это правильно сказать-то? Короче, уровни